Прием-прием, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик, друзья. Сегодня мы отправимся в деревню Among Us в Майнкрафте. Увидим этих маленьких разноцветных человечков, которые постоянно что-то там мутят и друг друга валят и так далее. Думаю, то, что вы знаете, кто это такие, вам не нужно это объяснять. Так, ладно, меня тут что-то отпустить никак не может, боже мой, да что ж такое-то? Слушайте, сделайте что-нибудь, не знаю, меня не отпускает, я никак перетанцевать этот танец не могу. Фух, все, наконец-то отпустила. Вот она та самая деревня, посмотрите, мы только сюда подоспели, а там уже что-то непонятное происходит. Горит здание, что там, да и в принципе-то на этом все, вон там справа что-то виднеется, по-моему, это красная машина какая-то. Неужто это маленькие человечки даже и на машине успевают ездить как-то, или умеют ездить, я не знаю. Короче... Я надеюсь, то, что они меня трогать не будут, но на всякий случай я все-таки подготовил вот такой вот дробовик. Но зачем я туда сегодня иду? Для того, чтобы все, конечно же, починить. Потому что эти человечки, как сказали мне, на этот раз что-то не поделили. Вон у них, кстати, уже их видно. Так, а что это такое? Стоп, Шеди, я вижу, что кто-то еще не поставил лайк. Так, не понял. А кто это не поставил-то? Что происходит? Друзья, не понял, что это такое? Мне табличка говорит то, что кто-то из вас еще лайк не поставил, так что давайте-ка прямо сейчас не забудьте это сделать, а также не забудьте подписаться на канал, чтобы никогда ничего не пропускать. Вот так вот. И да, кстати, напишите, какого цвета вот этот человечек вам нравится больше всего. Как по мне, красный вообще самый такой прикольный, вообще классно он выглядит. Ладно, все, погнали, короче, в эту деревню. Посмотрим, что там будет происходить сегодня. Хотя на самом деле там уже что-то происходит, пока мы даже еще не успели... Зайти туда, ядрен батон, откуда у них такие машины-то тут в деревне стоят? Это что такое? Ха, нифига себе, нормально устроились, конечно. Да, это на самом деле очень даже интересно. Так, откуда идешь, дружище? Слушай, что-то мне как-то не нравится то, что... А ты зачем за мной идешь? Я не понял. Слышишь, ты пошел отсюда. Посмотрите, этот человечек почему-то за нами пошел. Так, мне сюда надо. Я сюда иду для того, чтобы починить вашу деревню. Слышите? Вы уже тут сами разобраться не можете из-за того, что друг друга уже 1000 раз перемочили. Дайте мне хотя бы разобраться со всем остальным. Так, короче. О, я знаю, что это такое. Вот здесь вот над каждой, получается, вот этим компьютером должна быть. Дискетка определенного цвета. Здесь оранжевая, синяя, красная, желтая, розовая, зеленая. Но их где-то нужно еще при этом найти. Ладно, я это тоже думаю, то, что обязательно сделаю, но перед этим нужно, конечно же, все починить прямо сейчас. Так, и я для этого буду сейчас заходить в каждое здание и смотреть, что здесь находится. Надеюсь, то, что никто из этих маленьких чупакабр, потому что я вообще не знаю. Ну, посмотрите, реально, такой этот мелкий, короче, реально. Надеюсь, то, что никто меня сегодня не завалит, потому что они, на самом деле, сделать это могут очень даже просто. Так, давайте посмотрим. О, а вот, кстати, зеленая дискетка уже нашлась, и у них тут какие-то приборные панели. Вернее, как это правильно называется? Боже, у меня даже из головы вылетело. Получается, я реально забыл, как штука называется. Да, надо же, совсем уже стареть начал, ё-моё! Нифига себе, это что, они сами, что ли, тут повесили? Да, ну и господа, конечно. Здрасте, называется, приехали. Так, что у нас тут? О, а вот и плюс желтая дискетка. Так я отсюда и по-быстрому, в принципе, дела сейчас делаю, и отсюда можно будет идти, получается. Но ради интереса... О, фиолетовые, кстати, человечки. О, еще одна машина, ёперный театр, откуда они их достали только? Ха, обалдеть можно, да. И там той же машина, кстати, стоит, как и вначале предполагалось. Ладно, что ж, все. Надо действительно сейчас браться за дело. Сейчас я все тут сразу подготовлю, чтобы можно было спускаться и просто быстро все на место ставить. Так, тихо, успокойтесь, ребятки. Я проблем не хочу! Ё-моё, вы видали, что происходит? Я же говорю то, что они способны просто тебя за секунду вынести. Так. Нет, так не пойдет. Я вообще-то сюда пришел с хорошими, добрыми намерениями, а вы меня просто берете и зачем-то валите. Ребят, давайте мы не будем так поступать, окей? Я просто хочу сейчас потушить ваше здание, потому что я здесь просто помочь вам. Так, вот здесь все готово. Опа, вот сюда. Так, сейчас мы пожар предотвратим. Разве оно им надо вообще или нет? Мне самому вот интересно. Так, ладно, на меня напал желтый. Понял. Желтым доверять, значит, нельзя. Ни в коем случае он оказался сегодня у нас маньяком. Так, а это что за фигня тут бегает? Я не понял. А, не хватало еще каких-то мутантов мелких. Ладно, надеюсь, то, что он убежит или не убежит. Что-то он как-то носится, мне не нравится совсем, честно говоря. По-моему, сейчас придется применить уже оружие, так скажем, или нет. Или не придется, я не знаю, короче. Вон там в колодце еще один сундук находится.
Так, который мне сейчас нужно будет желательно тоже проверить очень внимательно. Не подходи ко мне, оранжевый, потому что желтый уже является маньяком, и я не хочу, чтобы меня снова сейчас завалили. Так, сейчас мы это все дело починим. Да ёперный театр, да вы издеваетесь. Блин, я пришел вам помогать, а вы вон что творите. Ну уж нет, я отсюда просто так не уйду. Кстати, вот он, еще один сундук. Короче, друзья, если вы увидите в Майнкрафте вот этих человечков, я вам советую, знаете, что делать? Просто оборачивайтесь и бегите нафиг отсюда. Либо будьте очень аккуратными и пытайтесь делать так, чтобы они к вам вообще не подходили. Так, опа, розовая дискетка. Отлично, отлично. Да что такое? Кто? Кто успел ко мне подойти? Я даже задуматься не успел ни о чем. Ну нет, не-не-не, я на этом сейчас точно все равно сдаваться не буду, и мне даже в то здание, кстати, до сих пор не получилось зайти, так что я сейчас попробую туда зайти, главное, чтобы... Ах, ты желтый! Вот гад какой, а! Он до сих пор там находится, но уж нет. Так, я это не проверял, кстати, вот это здание. О, меч Глоустоун, нифига себе, я не думал, что у них тут такие вещи лежат. Все что угодно, но только не такие. Кстати, ладно, раз уж вы не хотите по-хорошему, то буду с вами по-плохому обращаться. Короче, я сейчас сюда просто возьму и зайду через крышу, потому что так уж мне точно сейчас никто не помешает. Вот, здрасте, здрасте, человечки, вы меня не достанете. О, кстати, костюм какой-то интересный, похож на желтого персонажа. Нифига он ко мне подошел как близко. Не-не-не, все, я все восстановил, дружище, ты не беспокойся, тут все в порядке. Так, может быть, если я сейчас хотя бы вот этот костюм надену на себя, они перестанут ко мне сейчас подходить. Я на это очень надеюсь, потому что, по-моему, в этом костюме я просто один в один, можно сказать, один из них. Ладно, все, хорош, хорош, хорош. С пожаром покончено. Колодец я починил. Так, и фиолетовый почему-то теперь на меня несется, так? Ладно, друзья, нет! Ну ладно. Окей, не хотите по-хорошему, будет тогда по-плохому. Сейчас я вам такого тут задам. Так, что мне осталось сделать-то тут получается? Там сделал, здесь все сделал, осталось только, получается, найти дискетки и все. Сейчас я добегу до той панели, посмотрю, каких мне штук не хватает, и думаю то, что по-быстрому их всех найду и буду отсюда сваливать. Не смотрите на меня, не смотрите. Так, значит, так, что у меня тут имеется? Так, розовая, синяя, желтая, зеленая. Так, синяя вот сюда, сзади никого нет, желтая, так, вот сюда, зеленая и розовая, все, остается красную, оранжевую найти и все. На этом я после этого смогу из этой деревни точно свалить. Ну-ка, что будет, если я вот так вот сделаю? Нифига себе, а вы что сильные такие, слышите? Ой, нифига, нет, все, я понял, ладно, с этими человечками реально дело просто очень плохо иметь. Никогда вообще к ним, никогда в жизни не подходите. Ой-ой-ой, так, тихо, вот сюда пока что спрячусь. Так, о, вот, кстати, красная дискетка, которая мне сейчас потребуется. Так, осталось найти последнюю. Так, преследования нет, отойди от меня. О, еще одна. А, я этот сундук обыскивал. Окей, я понял, не проблема. Продолжаем поиски. Так, тут ничего нет. Так, а на крыше я был, на крыше я не был. А там, между прочим, сейчас сундук лежит. Так что я сейчас сюда поднимусь. О, да тут... Не понял, антирадиационные таблетки какие-то. Ха. Прикольно, забавно. Так, они тут, получается, по всему готовы. Так, и какие-то лавовые яблоки даже есть. Кстати, у меня же яблоки есть. Чё-то я даже про них совсем-совсем забыл, а ведь надо бы ими на самом деле воспользоваться в таком-то положении. Так, ну-ка, получится. Нет, не попал. Окей, ладно. Ничего страшного не произошло. Фух. Все. Так, заодно бункер динамит возьмем. Так, и, по-моему... Так, одна дискетка. Всего лишь одна дискетка, и я смогу реально отсюда спокойно уже сваливать. Потому что, честно говоря, я думал то, что так, еще один динамит какой-то. Ладно, в конце так уж и быть, надо будет эти динамиты испытать, потому что реально интересно посмотреть, что они из себя представляют. Но вот эти ребятки мне совсем не нравятся, вот прям вот совсем никаким боком. Все, наконец-то, последняя дискетка, и да, я думал то, что мне показалось, то, что этот красный пытается меня догнать, но... Он реально сейчас пытался меня догнать и снова меня завалить. Но уж нет, ребятки, я вас буду вот так вот... Ой, ты чё такой быстрый? Ты чё такой быстрый, слышишь? Эй, иди ты нафиг, слышишь, человечек? Не надо за мной бежать вообще-то, я уже тут все заканчиваю. Окей, я понял то, что вы гостей тут не любите и... Так далее и тому подобное. Так, слышишь, ты пошел нафиг от меня. Так, ладно, походу
придется действовать крайними методами. Так, ладно, ставлю дискетки по-быстрому. Так, а что ты скажешь на это, а? Что вы на это скажете? Человечки, вы черт, вы так. Тихо. Так, красная. Красная. А, не поставил, не успел. Желтая. Нет, вернее, желтую поставил, красная. Все, убегаю. Все, я понял. Я убегаю, я валю из вашей деревни. Отпустите меня, пожалуйста. Так, все. Все восстановил, все, по-моему, сделал. Вот бы сейчас в тачку сесть, но я уверен, что там, скорее всего, даже топлива нет. Так что я не хочу даже туда пробовать залезать. Так, что осталось сделать-то только? Вот эти динамиты проверить? У них же на глазах, потому что наверняка они даже не знают, как ими пользоваться. Но я хотя бы узнаю, что они тут из себя представляют вообще. Так, тихо. Отбегаем в сторону. Преследования нет, пока что... Ух ты, так, а это у нас... Вот это то, что надо. Все, я вот здесь теперь буду жить, обитать, и никакой ко мне маньяк не залезет. Все, все, вот это мне нравится. Вот это меня полностью устраивает, и еда есть, и все остальное. Так, ладно, так уж и быть. Сейчас еще один динамит проверю. Вот здесь вот. Тут, видимо, какой-то каменный дом появится, либо что-то еще. Так, да, каменный дом. Тут хотя бы стекла есть. Можно через них смотреть на что-то, но обсидиан понадежнее. Так, ну-ка, может, под конец как-то попробовать потравить этих человечков? Ну-ка, сейчас мы попробуем это... Ну, а тебе, слышь, человечек, ты получайте вам, получайте. Так, ну-ка, побегут за мной или не побегут? Давайте, вы слышите, я вас вообще не боюсь. Можете хоть сколько за мной бегать. Все равно тут вы мне ничего сделать не сможете. Так, они, по-моему, даже и... Вон тот бежит так, а вот этим почему-то вообще пофигу абсолютно. Ладно, все. Сейчас я, наверное, все-таки в каменную постройку спрячусь, чтобы я мог видеть, что происходит снаружи. Вот так вот, все. Так, ну что, они идут за мной или нет? Все, отстали, по-моему. В общем, друзья, вот такая вот сегодня деревня этих маленьких человечков разноцветных получилась. На самом деле, когда кто-то чужой к ним входит, они просто все становятся маньяками, и единственный, за кем они охотятся, получается, это только за мной, и все. А когда, наверное, остаются наедине, кто-то из них один, всего лишь один, становится тем самым маньяком, который пытается всех догнать. Ну, а на связи был Шэдимен. Увидимся с вами в следующих роликах. Не болейте и опасайтесь вот этих вот маленьких непонятных существ. Все, всем пока.